О вакцинации в Истоке бабушкам и дедушкам врачи прочитали лекцию о пользе и важности укола здоровья для лиц серебряного возраста. Мероприятие спонтанное, связано с резким скачком заболеваемости коронавирусом среди старшей возрастной группы. С Нового года на ее долю приходится более 60% от всех зарегистрированных случаев. Более подробно о том, как прошла лекция, расскажет Максим Бажанов. Когда, чем и при каких условиях колоться? Материал лекции отвечает на все актуальные вопросы пенсионеров. Но главная задача урока здоровья – напомнить бабушкам и дедушкам в принципе о важности вакцинации среди старшего поколения. Для них коронавирус смертельно опасен. Все из-за сопутствующих возрастных заболеваний. Вкупе с ковидом они способны вызывать страшные осложнения. Это очень действительно важно и нужно донести до каждого пожилого человека, для чего вакцинация. Может быть, чем вакцинироваться? Вопросов у населения, конечно, очень много. И с этой целью мы и проводим нашу лекцию. Для желающих закрепить теорию практикой созданы все условия. Пройдя буквально пару метров от аудитории, расположился мобильный пункт вакцинации. Важный момент для безопасности бабушек и дедушек. В кабинет нет очереди. А еще есть разные виды вакцины. Владимир Маленков такую возможность упускать не стал. Прямо в центре активного долголетия прошел ревакцинацию. Несмотря на подвижный и здоровый образ жизни, 78-летний мужчина считает необходимостью дополнительно защитить свое здоровье прививкой. Лекцию прочитали с нашей поликлиники. Очень даже понятно, всем ясно. Все, наверное, убедились, что прививаться обязательно надо. А потом вот остался сразу на ревакцинацию. И даже очень удобно. Всем рекомендую, чтобы все прививались. От Истока к масштабному образовательному марафону. О вакцинации для лиц старше 60 лет Минздрав расскажет во всех центрах активного долголетия области до конца февраля. Максим Бажанов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.